Всем привет, друзья! Сегодня у меня вот такой вот Джой, китайская хрень, Амити. Вот. Решил снять, потому что только что пришла посылка с Китая, заказывал стекло на него. Вот, поставил на подзарядку, 3 недели стоял без зарядки, подзарядился немного. Тоже русский язык есть у китайцев. 1 апреля заказал стекло. И сегодня у нас, по-моему, 23-е. Полно у нас таких китайских планшетов. И Joy, ну, там еще всякие безумные названия. Не знаю, зачем их люди покупают. Наверное, потому что они дешевые. Доступные. Вот. Давайте быстренько попробуем решить этот вопрос. Снимаем заднюю крышку. Планшет уже разбирали. Это отпаянный или оторванный динамик. Вот, заказывал на Али. Я не знаю, сказал нет, 40 евро я беру за эту работу. Такой вот тачскрин мне пришел, запечатанный в коробочке, замотанный большим слоем вакуумной упаковки, ну, как обычно. Если будете заказывать на китайские планшеты стекла, всегда ориентируйтесь по маркировке на шлейфе. Вот именно так я заказывал 300N, ну и так далее. Вот, потому что и джоев немерено у нас в Испании. Не знаю, как в России, там на Украине. У нас их очень много. Давайте подключим его. Отключаем с кнопки, подключаем разъем. Надеюсь, перезагружать не придется, как на Xperia'ах. Отключаем разъем, застегиваем, включаем, переворачиваем и смотрим. Вот уже реакция пошла. Все работает. Вот, можно менять. Отключаем. Так, здесь нам придется нагревать. Я думаю, ни разу не разбирал, честно говоря, китайские. Точнее, ни разу не менял стекло на данном планшете. Вот. Да, тут полная хрень. Итак, нагреваем. Ставлю температуру 350 градусов. Греем по периметру. Довольно толстое стекло, я вам скажу, здесь стоит сам тач толстый. Вот, проклеен скотчем. Думаю, дополнительные проклейки не требуют. Я думаю о том сейчас, как долго нужно его нагревать, потому что очень толстое стекло, точнее там не стекло стоит, а что-то вроде пластика толстого. Попробую его отодрать. Так, аккуратно с дисплеем. Лучше шпатель вывести на дисплей, чтобы было видно. Пока вроде идет нормально.
опасаться нужно того, чтобы тачскрин не был приклеен с двусторонним скотчем к дисплею, иначе можно повредить. Ну, я думаю, в нашем случае этого не будет. Тач приклеен строго к рамке. Да, все же это стекло, не пластик. Ничего сложного. Матовый дисплей, как видите. Удаляем стекольную крошку. Все очень просто. Никаких хитростей и заморочек у китайцев нету. Просто убираем защитный пластик, освобождаем скотч. И лепим. Вставляем шею в отверстие. Стекло. Надеюсь, она подойдет по размеру. В китайских запчастях такие финты бывают, что сам удивляешься иногда, как они вообще работают. Да, тут щель, конечно, огромная. Да. Ну, не огромная, но полмиллиметра точно есть между рамкой и стеклом. Застегиваем, припаиваем динамик, который оторвали до нас, понятно зачем. Все просто до безумия, можно все сделать самому. Никаких знаний особо здесь не требуется. Все, закручиваем 4 винта с торца. Все готово. Всем спасибо за внимание, друзья. С вами был Дов. Ремонтируйте китайские планшеты, заказывайте. В Китае все есть. Все есть. Можете найти все, что угодно. Я раньше тоже не брал на ремонт китайские планшеты, потому что здесь у нас на складах невозможно было что-то найти. Вот. Сейчас беру все, потому что в интернете можно заказать все, что угодно. Всем удачи в ремонте, подписывайтесь на наш канал, до новых встреч!